Подрядчиков, осуществляющих капитальный ремонт, а также повышение энергоэффективности при его проведении, обсудили на отраслевом совещании в Севастополе 16 февраля. Встречу организовали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правительство города и профильная ассоциация. В течение 2 дней представители компаний и фондов, занимающихся капитальным ремонтом, делятся своим опытом, как привести в порядок старые дома и помочь жителям снизить энергопотребление. Наша задача, чтобы люди верили в то, что производя какие-то отчисления на капитальный ремонт, они потом получат качественный капитальный ремонт. Чтобы они были уверены в том, что фундаменты будут укреплены, фасады будут утеплены, лифты будут заменены, кровля будет перекрыта. Вот наша основная задача. Поэтому, ну, конечно, все надо делать с учетом энергоэффективности, потому что чем лучше... И чем экономнее потребление тепла и электричества в домах, тем меньше люди платят. Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства России рассказала, как изменился порядок выбора подрядчиков. Первый этап – формирование реестра квалифицированных организаций. Это компании, которые работают на рынке не менее 3 лет, могут представить подтверждение надлежащим образом исполненных государственных контрактов на проведение капитального ремонта. Обращу внимание по каждому из видов работ. Особенно, что касается объектов культурного наследия, вот сегодня мы это тоже обсуждали, это совершенно специфические работы, и только высококвалифицированные подрядные организации, обладающие соответствующими лицензиями Минкультуры, могут быть к этим работам допущены. И вот после того, как субъектом сформирован такой реестр, уже между этими квалифицированными подрядными организациями осуществляется конкурс, торги по праву выхода на работу по конкретному объекту, конкретному дому, конкретному виду работ. Фонд капитального ремонта города Севастополя уже начиная с октября месяца проводит конкурсные процедуры в 2 этапа. Сейчас эти реестры официально опубликованы, их можно на сайте фонда капитального ремонта найти. Чиновники надеются, что новая система выбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта позволит улучшить качество работы и оптимизировать сроки.